Сережа, Сережа, не надо, о боже. Сережа из жопы моей полез. О боже, я так сильно пёрнул, что Сережа из жопы полез. Так, название комнаты — Победа. Победа жма. Победа жма стопроцентная. Уна мота. Алубки, валубку, ляу. Смысл фразы так прост. Короче, в Сочи, после Сочи. Акуна матата. Вот и получается, я приезжаю, прилетаю в Москву, все, Шереметьево. Начинаю это самое, там Марина Роща, все это самое. Вот, говорю, подвези меня, говорю, Батуа, понял? Ну, подвези меня просто, говорю, я без колес, говорю. Ну, типа, чтоб такси не вызывал. Такой, да, да, братишка, там тебя заберу, подвезу, куда скажешь, по Москве пока-то. И в итоге, короче, это, ну, я думал, нормально все. Он меня взял на машину, как бы я сел к нему, да, вот, там, он взял себе в аренду Джили какую-то там, вот эту, как она там, Блаблакар или что там, в аренду, короче, вот. И получается, и это самое, он меня привез, и потом деньги попросил за проезд. Нет. Он мне говорит, а за бензин, говорит, кто платить будет? Прикинь, короче, деньги за бензин. Я, ну, я понял, типа, вся сущность человека, вот она и проявилась. Не зря мне пацаны писали, вот этот нахлебник сел тебе на спину, ты лох, в тебе дух лоха, ты ведешься с таким, как Батуа. Вот, все. И в итоге он меня покатал еще по Москве, думал, ну, блин, ну, пацан прокатит. Думаю, ну, что там эти копейки за бензин-то? Не будет с меня брать. Ну, что ты, говорит, давай, типа, на бензин скидывайся. Вот так вот, я говорю, да ты что, ты, говорю, ко мне сколько раз прилетал, я тебя всегда катал, у меня даже в мыслях не было, чтобы тебе сказать, какой там бензин, ты что, ебанутый. А тут, на, говорит, бензин давай. Я, честно сказать, я ему дал эти, там, да, 3000 рублей, говорю, там меньше, конечно. Это Ренате, уже такси вызвал. Короче, все, я после этого с ним даже не... Он мне звонил, там, типа, извинялся, да. Я говорю, слышишь, говорю, иди ты, правда, говорю, пацаны в чате, а пацаны чувствуют, вот в чате зяблы-то чувствуют, они же чувствуют, когда кто и как со мной общается, они это все чувствуют, понимаешь, они мне писали, Валера, Батуаша, да, хлебник, он пытается воспользоваться тобой с целью пропиара своего рэпа, а я не ну, как бы думаю, да ладно, блин, мы с ним друзья, вот, пожалуйста. Батут и Сухач опять тут, и потому что все за мне. Ебать, даже так? Ну ладно. Ебать, ты лошара! Сосай, облаплюй! Ай! Сухач и Батут охуенно сосут. Ха-ха-ха! Да, сука, за бензин чел взял деньги. Все, минус рэп Батуа. Ребят, пишите все в чате, минус рэп Батуа. Потому что такой поступок мог сделать только самый лох. А у него есть дух лоха внутри его. Он внутри него же дух лоха. Да, действительно, в каждом из вас живет дух лоха. Точно. В каждом из вас живет дух лоха. Да. Ой. Эй, салага, чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Сидит дебил. Класс, это бип-бип-бип. Как подойти, будет так вот сзади. Слышишь, дура? Я тебя попи, блядь. Что, блядь, сейчас уйба. Пизда. Сука, да как так? Я нажал вперед, типа. Сука. Я чувствую себя лохом. Точнее, меня в дух лоха как будто вселяется. Ну что, Сухач, как тебе в рот дали? Ты даже не сопротивлялся.
Это была последняя капля, пожалуй, огород, все. Да. Все, слово «батуа» не упоминайте у меня на потоке. Было и было. Остаток прошлого. Вот свое лицо истинное показал. Крыса. Твои потуги в пугде без меня. Это как бывшая, которая напилила короткую юбку и пытается найти нормального парня. А ее только и будут и бросают. Ладно. Если че, номер знаешь. Давай. Давай, девушка. Давай, не плачь. Иуда. Ты Иуда. Плюс часто драгунчик. Драгун. Бля, Лэки думает меня в воду спихнуть, а на самом деле сейчас посос... Хамно плывет по трубам. Опа. Да идите вы нахуй, суки! Разрывали жопу дьяволы, зомби едут в сотый раз! Оказалось, лаги-баги, бадуаша, пидорас! Суки! Я думал, мы с тобою будем близкие друзья. Но ты свое истинное мне лицо показал, и с тобою мы больше не друзья. Вот так бывает в жизни нашей. Я хотел, чтобы ты как друг меня на машине по ночной Москве покатал. Но ты меня покатал и за бензин денег хотел взять. 3000 рублей хотел взять с меня. Ты катал меня по ночной Москве, а потом ты за бензин денег взял. И так твоя сущность показала себя. Ты не друг, а полная хуйня. Зачем ты дал надежду мне? Я топлю свою тоску в вине. Я думал, мы друзья, а оказалась хуйня. Ты просто использовал меня. Иуда, Иуда, замкадная Иуда, нашу дружбу променял. За 1 000 000 один час стрима нормальным голосом и без маски. Мелстрой, да-да, это не Мелстрой, да-да-да-да, это не Мелстрой, пан, это какой-то школьник сейчас. Это Мелстрой всем кидает там, зато да все, сейчас школьник думает, сейчас он такой, ага, вот тебе. О! А что? Тварь такая! Ну, вот и зомби отомстят! Это тебе зомби отомстят! Получишь сейчас пи***! Понял? За бензин, скотина! Верни 3К, козёл! Канистру с бензином, блядь, быстро верни! Мразота, блядь! Мразишь, блядь, верни! Вот, ну, говорю, я в Москве буду. Можешь меня там забрать, Шереметьево? Покатать там по делам? Он мне говорит, да, конечно, типа, без проблем. Алла, Коля, привет. Привет, Денис. Как дела? Что, да, Денис? Хорошо, слушай. У меня идея для стрима, а что, есть. Тут? Чтобы про посуду не вспоминали. Давай, ты у меня как будто деньги попросил, а я на тебя обиделся. Китя, Кирнес, Батуа, кого из близких друзей ты опять опрокинешь? Вот пусть они все в трансформера соберутся и поебутся. Такие друзья в кавычках. Для своего кореша зажал пару кореша. Сейчас УИБ, сука, лёд ворына. Еще батуат. Какая же хуйта. Их как говна в очке школьников. Просто как будто ты срёшь после пива, у тебя пьяное говно выходит и жопа горит. Понял? Как от крылышка в KFC.
Чё ты ко мне в команду зашел? Пошел вон отсюда. Колять. Он для меня больше не Коля, а Микола. Все. Почему все, кто с тобой рядом, рано или поздно оказываются хуйными? Может, дело не в них. А сколько денег батя потратил на донаты тебе, ты не считал. Да и будь ты нормальный, ты бы сам денег на бенз сдал. Я не хочу с ним дружить. Все, давай. Подсыпь. Стойло, Кёрнезу. Коля, не верьте сухачу. Встретил его сегодня в Шереметьево. Он позвал в ресторан. Взял еды на 20к. Название съел и сказал, что пошел в туалет. А сам съебался. Я до сих пор там сижу. Денег нет. Бату опять. Сухач ноль. За бензин 3000. Иуда. Ну чё-то. Ну чё-то, ничего не хочешь, как бы, людям объяснить? Ай, стоит ли? Ну, скажи лучше тогда, как из тебя духа лоха выбить? Хули ты зажал своего кинду на бенз, пишу. Короче, рассказываю, как было на самом деле. Значит, эта хуела прилетает через день в Москву. Чет, и ответ на донат мой прошлый. Просто даже тебя не звонит, он просто смс-ку пишет. Номер рейса считаешь. Мне скидывает, и теперь батя, я обязан его приезжать встречать. С тобой, не слушай этого мудака. Я за месяц уже, не знаю, 10 раз езжу его, встречаю, думаю, ну, блин, ну, брат все-таки, родная душа, надо помогать ему. А он просто, ну, вот, понимаете, он даже не привет, ничего там, там, слушай, там, братишка, можешь встретить? Он просто номер рейса мне скидывает молча, типа, я должен его ждать. Так еще это хуй. Вместо того, чтобы сразу после самолета приходить, садиться в машину, он еще там кофе пьет, блядь, с какими-то пёдами знакомится, там сидит, а я потом за парковку плачу по 3000. Еще что, Микола? Что еще? В Шереметьево нету вкусной точки. Еще, блядь, кетчуп мне капнул на арендное сиденье. Меня Яндекс оштрафовал. Стремно было за бенз 3к отдать. Черт. Нахавал. Ага. Я понял. То есть тебе все-таки еще дух лоха никак не выйдет, да? Я понял. Надо выбивать из тебя дух лоха. Батва минус рэп, пчелы пишут. Все. Бросай его, батя. Все, это последний стрим вместе. Все, да. После этого расстаемся и не оборачиваемся, когда уходим друг от друга. А ничего, что пока течет Москва-река, сухач сосет у зомбака. А ничего, что я же хотел сейчас тебя в команду взять. Посмотри, как ты не сосешь. Ну ничего, да? Ты сейчас. Ну давай, заходи. Нормально так на байте, как раз на телок хватит. Тихо. Что делать-то? Что делать? Ну, в проем придется. Привет, брат. Как дела у тебя? Как дела? Я, короче, прикинь, захожу в зомбу, смотрю, у тебя место свободное. Он ничего себе попал, вообще жестко. Да, блин. Специально для тебя, блин, было место. Во. Стою в магазине в Пятерочке. Понятно. Ну, там продуктов набрал, там много разной еды. Там первое, второе, третье, как говорит. Ага. Подходит, короче, лысый парень. Ну, не парень, а женщина. Понял? Да. Ну, не, парень. Ему, типа, лет 15. Ага. Он просто лысый, блядь. А, болеет? Да нет, надеюсь, что нет. Короче, ставит свои продукты около моих и говорит, оплати мне, блядь. Ну, я такой, типа, ну, в ахуе. Ну, ты бы, наверное, тоже охуел, прикинь. Вот, ну, я оплатил, думал, болеет, может, надо помочь чем-нибудь. Ага. Вот, и, соответственно, потом выходим на улицу, он подходит ко мне и говорит, блин, а можно я каждый день буду приходить, а ты, типа, будешь мне оплачивать? Ага. Я говорю, ну давай, возьми мой телефон, мне не жалко, типа, если нужно, я помогу. Ага.
И вот с того момента я ему показал, что такое YouTube, показал, что такое Кернес, показал тебя, и вот он дружит. А ты а про батуа? За бензин. А, с бензином, короче, понял история? Я твою не знаю точно, но я тебе сейчас свою расскажу. Короче, он как-то на рыбалку говорит, поехали на рыбалку, я на каршеринге. Ага, Яндекс. Вот. А, да, Джили, по-моему, или вот это, на китайской хуйне ездит, не знаю. Да-да, вот, короче, Хавала, типа, поехали на рыбалку, весь день рыбачили, а он мне потом говорит, 5000 переведешь мне за каршеринг? Так, куда ты побежала? Я иду защищать тебя. О, едет женщина. Заюх, может, машину? Блять. Твою это мать. Это Вова убил, о, тебя, видел. Брат брата, на брат на брата, нормально, сука, нормально. Пошел. А, спасибо, Вова. Каркутец. Вовочка, в машину прыг. Я выхожу работать руками. Бензин кончил. Блять, я так другую. И знал. Сука. Вова, дымай. Я прикрываю. Я так и знал, чтобы не увидит меня. Я так и знал. Это же Вова, это же он. Сейчас нас убьют, фиксируйте за Вовы. Ёб твою мать, Вовочка, блядь. Давай все-таки подумаем, кого Кирнзу, а кого не Кирнзу. Ну вот после последних событий. Он всегда себя так ведет. Он не видит, что человек перед ним проходит. Начинает стрелять. Вот туда его, Кирнзу, нахуй! Стойло! А Вова где? А, он решил не играть со мной. Сказал, что больше не хочет. Как к вам зайти, братья мои? Челокосный год, либо высоко... Опа, стоп. Челокосный год, либо высоко... Высоко... Чё там, брат? Человек, блядь! Твою мать! Денька, ебаный, денька! Я тебя задефаю, брат. Брат, братишка, я ползу в домик. Ползи, 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 я дефу тебя от машины. Заползай в дом. Угу. Заползай в дом, свинота. Они да я в дырочке прям, я в дырочке, родной. Я в домике. Меня еб... Бля! Ёбаный твой батут, бля! Бля! Иди нахуй, сука! Вода течет, караван идет, а сухачу зомбу сосет. Выиграешь или будешь покушен, 25к, стону тебе на чата. О, 25к, о-хо-хо-хо! Барбара Стрейзен. Ну чё там, блин, поехали. А у тебя мочина вообще есть? Нет, брат. А, пустотелый. Я Бонча. Ай, брат, меня сбила машина! Ты, боже, мама, мама, папа ебут. Ты чё, в натуре на приколе? Ты чё, в анальном кожаном уколе? Ребят, давайте, пожалуйста, не надо, давайте нормально. Ребята, пожалуйста. Блин, ребята, меня потащили. Всё. Ебать, Макс Крымов. Брат, ну как так, пи***ц, 25к! Бизнес идет, лаваха мутится, а сухач на хую у зомбу крутится. А кто такой сухач? Да там один из команды. Я вообще хочу все катки, ну точнее все потоки проводить без матов.
отвыкать от этого языка дьяволов. То есть давай так, все без матов. Ну этот поток точно, ну точнее ту катку без матов. Валера, у меня машина. Ты хочешь сказать, что это, наверное, отлично? Ай! Валера, осторожненько. Блин. Я тебя дефую. Иди, заползай на лестницу. Лестницу. Блин, сзади человек, который хочет. На лестницу, я дефую. Дефай. На лестницу. За лестницу. Пожалуйста, быстрее. Валерочка, пожалуйста. Ничего страшного не случилось. Все в порядке, мы найдем еще новую машину. Иду. Все, стой. Можно остановиться. Давай, поднимай. Ничего страшного. Мата не было. Не было мата. Я сказал, блин, это не считается. Спасибо. Хися. Куда-то. Валера. Стоп! А! Это зомби меня увез. А я смотрю, ты куда-то поехал. Думаю, боже, ты что? А я думал, это ты в машину сел. Нормально. Ой. Боже мой, блин. Я иду. Это капец просто, блин. Прикинь, я в него не стрелял и не попал. Ай! Охренеть просто. Офигеть. У меня оружие было дурацкое. Просто реально я взял не то оружие. Короче, ладно. Я проиграл. Потому что, ну, я бы мог выиграть, но просто как бы совпадение, то, что лоху повезло. Все. Моя фамилия сегодня Валера Херт. Понял, да? Ой-ой-ой. Малыш, блин. Просто посади меня в машину. Возьми на Аш и посади меня в машину. Блин. Не успеваем. Боже. Ёлки-палки, мама люмба. Ай-яй-яй, какой досадный был проигрыш. Боже, мама. Господи. Ёлки-моталки, лезну, стой, а. Боже, нас убила барабашка. Какая же все-таки досадная. Я не знаю, просто нет слов, чтобы сказать то, что мне больно. Это просто какой-то досадный был, извини меня, так сказать, мы умерли. Боже, нас сразил противник, потому что я нечаянно завел будильник. А как тебе так вышло? Я стрелял и думал, что я стрелок, но, увы, мне попало что-то между ног. Сидит зубы, я вспомнил, да, в машине. Ну, типа, так, называется соединение, синий зуб. Там ошибка подключения синего зуба. Мне иногда кажется, что ты говоришь несвязанные вещи. Да, ну, я могу понимать, типа, я имею в виду, ну, да. Ну, типа, блин, ну, как бы, извини меня, родной, я не тот, чтобы, как бы, ты всегда понимал. Я же, как бы, человек, правильно? А что ты не понимаешь, что значит, ты, как бы, не можешь позволить себе этого понять. Угу. Ок. Вот сейчас, допустим, я перданул. Как ты это поймешь? Ага. Никак, абсолютно. Если бы ты, например, был рядом, то по запаху, понятное дело. Потому что там закваска ого-го. А ничего, что я сейчас обернул обратно стеклянный коврик? Ты серьезно? Да, я его помыл. Чел, зачем тебе это? А потому что я же тут маленький, а другой еще не купил, не ездил. Тихо. Дурак. Заткнись ты. А кстати, я обратил внимание, что ты перестал плевать в пену. Дурак. Дурачок. Брат, сейчас не... А, ну ладно, нормально. Да что ж такое, мама? Работаем. Крольчатина! Блять! Сбил тебя, кролика!
Опять руль украли. Братишка. Это жесть. У нас руль украли. Я в шоке, слышу. У нас руль украли, просто руль украли. Прикинь, просто чмо бегает и руль ворует. Просто надо у них запомнить, чтобы забанить. Абсолютно. Я в шоке, просто бегает слово. Я сейчас буду использовать маты. Пи***ц, сука.